Добрый день всем. Меня зовут Елена Федосеева, менеджер по работе с партнерами в 3CX. Мы со всеми с вами прекрасно знакомы. Рада вас видеть сегодня. Это будет вебинар, который вы, возможно, уже видели, но с некоторыми элементами новыми, да, дополнениями, которые есть у меня после внутренних изменений в компании, внутренних дополнений. Я с вами всегда делюсь совсем оперативно, да. Сегодня мы поговорим о достижении цели партнера. Я хочу обратить внимание, достижение цели партнера, то есть название вебинара «Не достигайте своих целей партнера», да, достижение цели партнера, достижение, то есть это процесс, да. Мы знаем, что титановые партнеры, они не сразу стали титановыми, и это большая работа, которая занимает много лет, и главное не останавливаться. И здесь я хочу поделиться с вами в чате одной интересной картинкой, цитатой. Я сегодня решила поделиться ей с вами. Смотрите, это скриншот из одной книги о бизнесе. Да, наверное, я не буду делиться на экране. Вы, может быть, откроете этот скриншот. Я просто прочитаю. Может быть, вы знаете эту книгу «Бизнес как игра». Знакомы? Почему я хочу поделиться этой цитатой? Потому что довольно часто я слышу фидбэк от партнеров, что ну, вот эта партнерская программа, какие-то там баллы, это все для вас нужно, там аккаунт-менеджеров, а для нас ну, это все не так важно, и мы относимся к этому как к второму делу, да? Там реальность сурова. На самом деле эта партнерская программа 3CX создана для вашего роста, да? То есть 3CX хочет расти вместе с вами. И продвигаясь по партнерской программе, выполняя эти небольшие условия, да, вы можете относиться к этому как к игре, как бизнес-игре, которая вам принесет результат, либо не принесет, да, если не выполнять какие-то условия. И здесь важно действительно найти в этом смысл для себя. Посмотрите на экран. Видно? Это просто цитата. Цитата из книги. Возможно, вам будет интересно посмотреть подробнее об этой книге. Книга называется «Бизнес как игра». Довольно интересная, между прочим. И я думаю, что это будет интересным и мотивирующим началом сегодня. Я напомню еще раз о партнерской программе. Хочу обратить ваше внимание, что эта программа, она будет меняться в следующем году. Да? То есть сейчас очень хорошая возможность сохранить преимущества, которые есть сегодня, да, выполнив хорошие щадящие таргеты этого года. И в следующий год наслаждаться хорошей маржой. Потому что следующий год, скорее всего, да, будет больше таргет для ну, почти каждого уровня. Поэтому здесь важно хорошо сработать нам всем. И я хочу вас заранее об этом предупредить. Да, сегодня я расскажу еще о том, как оценивается партнер в конце года, как работает понижение, повышение статусов. И мы посмотрим, какие есть советы от команды 3CX в наших современных условиях. И здесь мы говорим о том, почему важно сохранять партнерский статус? Вы знаете, что у вас, как у партнера, в зависимости от статусов, есть бесплатная техподдержка от 3CX. Мы стараемся, чтобы вы фокусировались только на продажах, а мы поддерживаем продукт надежным, стабильным. Следующее – это передача лидов. Лиды – это хорошая возможность, это хорошая бизнес-возможность, и я стараюсь помогать партнерам. Конечно же, несколько факторов влияют на передачу лидов. Это не всегда только партнерский статус, да, это еще и отношения с вендором, отношения, вклад в продвижение продукта, это реагирование на какие-то запросы. Я думаю, также, собственно, и со стороны партнера. Как вендор реагирует на какие-то запросы, на просьбы помочь и так далее, партнер также реагирует. То есть это всегда взаимовыгодное сотрудничество, это всегда дружба. Здесь есть важный момент – это работа с лидами. Да? Я очень прошу, чтобы вы обратили внимание на ваши порталы партнеров. Раздел «Лиды». Там не должно быть необработанных лидов. Да? В случае, если есть много лидов, долгое время они не обработаны, то передача лидов блокируется. Вы можете даже не увидеть лид, который я вам направляю. Да? Важно, чтобы вы все их перетащили. Проигранные, если это какие-то лиды, которые с неверными данными или совсем не заинтересованные ни в чем, перетащите их в проигранные. Если есть какие-то заинтересованы, если вы уже встречались и есть какие-то там позитивные моменты, какая-то заинтересованность, перетащите контактный, заинтересованный. Если это была уже закупка, коммерческая лицензия, перетащите выигранный. Пожалуйста, работайте с лидами. Следующий момент – это хорошая бизнес-возможность для вас продвигать продукт 3CX. Почему? Мне нравятся слова одного из вас, из партнеров 3CX. Для меня 3CX – это повод зайти в гости
клиенту, предложить что-то еще. Лицензия 3CX, она довольно недорогая, да? И вместе с ней можно предложить свои услуги по внедрению, свое оборудование, свои курсы, да, как пользоваться продуктом и так далее. Плюс многие партнеры получают комиссию за работу с VoIP-операторами. Это тоже очень хорошая для многих часть доходов. Здесь вы получаете гибкость 3CX. И, конечно, я хочу еще поделиться важным моментом. У нас обновился список поддерживаемых IP-телефонов. Сейчас мы рекомендуем использовать только предпочитаемые. Если вы заметили, в списке поддерживаемых есть интересная строка, да, фраза: мы поддерживаем эти телефоны, но не рекомендуем покупать новые или БУ. Да. Скоро они могут стать end of life, да, то есть не устаревшими, не поддерживаемыми. Это важно, за этим следить, да? Но при этом, конечно, вы все прекрасно знаете и практикуете, я знаю, тоже подключение каких угодно моделей, даже если они не поддерживаются. Но помните, что это далеко не всегда безопасно. От 3CX у вас есть бесплатное обучение, у вас есть хорошая маржа. Маржа тоже будет меняться, да, так же, как и таргеты в следующем году, да. Но в этом году еще есть хорошая возможность все-таки достичь вашего статуса и иметь очень хорошую маржу в следующем году. И здесь на слайде другие преимущества. Я уточнюсь, что это может быть, какие другие преимущества, ну, скажем, дополнительные скидки от дистрибьюторов. Да? Если у вас хорошие проекты, то, конечно, мы вместе с дистрибьютором обсуждаем, какую дополнительную скидку мы можем вам предоставить еще. У вас есть партнерский портал, сейчас он новый, у вас есть лицензии POC, сейчас они создаются, напомню, через меня, да, нужно написать письмо мне с запросом, что это за проект, сколько пользователей, да, и какие-то вопросы я еще дополнительно смогу вам задать. У вас есть, если вы работаете с дистрибьютором, отдельный специалист по пресейл-поддержке, отдельный специалист по техподдержке, и, конечно, всегда можете обратиться с крупными проектами непосредственно к нам, к вендору 3CX, да, у нас тоже есть пресейл-отдел. Конечно же, у вас есть доступ к форуму для партнеров, и у вас есть отличные NFR-лицензии. Я напомню, для тех, кто еще не прошел сертификацию «Новый партнер», пожалуйста, пройдите, потому что, используя акцию для новых партнеров, вы можете иметь NFR-лицензии в Enterprise-редакции. Лицензии 32 одновременных звонка и 4 одновременных звонка Enterprise, которые ни в каком больше другом случае вы не получите, только в случае, если будут уже какие-то высокие продажи. Поэтому, пожалуйста, организуйтесь и все-таки постарайтесь пройти. Партнерская программа 2022. Этот год программа такая. Да, следующий год программа будет немного меняться. Здесь, сегодня, смотрите, какой у вас сегодня статус. И что еще вам не хватает для того, чтобы достичь нового статуса. Да, это не всегда уровень продаж. Это может быть очень хороший уровень продаж, но еще нет intermediate сертификации. Смотрите, если вы близки к тому, чтобы стать серебряным, но у вас нет intermediate сертификации, это не произойдет. И если вы близки к золотому статусу, то вам нужно обязательно пройти advanced сертификацию. Если немножко не хватает до платины, сообщите тоже. Мы, как правило, с дистрибьюторами помогаем партнерам и делимся лидами более эффективно, чаще, из разных источников. Да, лиды могут поступать как на сайт 3CX, так и к нам в чат и так далее. Титановые партнеры. У титановых партнеров есть абсолютно все, да, для того, чтобы расти и не только выполнять таргет, да, но и зарабатывать как можно больше, развивать свой бизнес с 3CX. И это показывают результаты в нескольких странах СНГ. И это очень здорово. Я поздравляю наших титановых партнеров. И возможно, что в этом году у нас будет еще титановый партнер новый. Мы будем стараться. Я надеюсь, что это обязательно получится. Пожалуйста, обратите внимание на эти партнерские уровни. Скидка партнера варьируется от 10, как у аффилиат-партнера, да, до 35 у титановых партнеров. Уровни сертификации 2. В следующем году будет 2, а сейчас 3 уровня сертификации. И важно, чтобы вы понимали, что лучше сразу достигнуть сертификации, чтобы потом не отвлекаться и не тратить ресурсы вашей команды на сертификацию, на прохождение тестов и прочее. Конечно, премиум-партнеры, партнеры уровня Gold, Platinum, Titanium, они получают больше лидов. И здесь это справедливо. Листинг на сайте 3CX. Вы заметили, что поиск партнера на сайте изменился. Он стал гораздо удобнее. Теперь можно просто выбрать страну, и вы сразу же видите список партнеров. Вы можете выбрать любого партнера. И я думаю, что будет даже здорово, если я сейчас это покажу и объясню, почему важно достигнуть листинга, получить такую возможность, и почему важно заполнять информацию о компании.
Сейчас я поделюсь экраном. Пожалуйста, сообщите, если вы видите мой экран. Мы видим с вами карту поиска партнеров, раздел поиска партнеров, и он работает следующим образом. Мы выбираем партнера в какой-либо стране. Давайте сегодня это будет Азербайджан, и мы выбираем поиск. Там мы сразу же видим партнеров на карте. По правилам партнерской программы листится на карте 3CX только партнеры серебряного уровня и выше. Но бронзовые листятся также, если в стране меньше 10 партнеров уровня Silver и выше. Поэтому здесь вы видите, что бронзовые тоже листятся. Так не во всех странах. Да? Если мы выбираем какого-либо из партнеров, да, мы видим описание компании, мы видим уровень сертификации, мы видим данные, мы можем связаться с партнером, позвонить, написать, перейти на сайт партнера. Мы можем видеть баннер организации. Или мы можем войти на какой-нибудь сайт и не увидеть никакого описания, и только баннер, и только один значок сертификации. Больше ничего. Кого выберет клиент? Конечно, выберет такого партнера, у которого полная сертификация, да, будет доверять экспертизе, и он будет знать, что, какие услуги они предоставляют. Клиенты в последнее время довольно тщательно проверяют, не пишут нам, чтобы проверить, это действительно ли партнер официальный, и запрашивают у нас информацию. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на описание вашей компании, на загрузку баннера организации. И, конечно, полная сертификация. Это очень важно, и не только для упрощения вашей работы, да, с продуктом 3CX, но и для того, чтобы обратить внимание потенциальных клиентов на вас, на вашу экспертизу. Клиент может доверять вам гораздо больше, просто увидев полную информацию о вас. Да. Отношение к клиенту, оно проявляется в мелочах. Верно. Где заполнить эту информацию? Мы с вами пользуемся для этого порталом партнера. Я остановлю внимание на этом, потому что сегодня у нас партнеры и начинающие, да, поэтому это будет важно. Это наш портал партнера. Здесь важно заполнить информацию о моей компании. Для партнеров, которые только начинают, это будет важным моментом. Да, заполнить информацию, загрузить баннер и заполнить профиль компании. Это та информация, которая будет указана на сайте 3CX, да, когда вы выполните ваш таргет, да, таргет и получите продвижение по партнерской программе. Сейчас я продолжу общаться с вами и поговорю о нашей стратегии. Да. Это то, что я хотела бы сегодня рассказать как что-то новое для вас. Да. Конечно, 3CX хотел бы расти вместе с вами, поэтому будет много новых изменений в следующем году. Мы будем расширяться на рынке Software as Service. Мы будем продолжать поддерживать наш продукт, добавлять ему ценности, функционала. И, конечно, наша цена, она будет удивлять всех, в том числе на новый продукт 3CX Startup. Таких низких цен не будет ни у кого, никакой мобильный оператор не сможет конкурировать с 3CX продуктом. Если какой-то из партнеров не захочет предлагать, предложит другой партнер. Поэтому стоит обратить внимание всем компаниям и иметь это решение в своем портфеле. Конечно, мы стараемся, чтобы вы меньше администрировали, меньше тратили свое время и продавали больше. Поэтому здесь на этом будет также много внимания остановлено. И, конечно, будем расти, и ваш бизнес вместе с нами тоже будет расти. Это обязательное условие. Без вас, конечно, ничего не получится. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, посмотрите на ваши планы продаж и знайте, что происходит, если вы не достигнете нужного партнерского уровня. Есть время до 31 декабря. И после 31 декабря партнерский статус будет либо повышен, либо понижен. Если не достигнуть необходимого оборота, то с 1 января статус будет понижен. Да? Здесь есть пример для платинового партнера, который в этом году не сможет, например, достигнуть необходимого оборота. Тогда он будет понижен до золотого или серебряного статуса в зависимости от уровня продаж. Что будет, если оборот меньше минимального, да, меньше 2500 евро в год? Тогда портал меняется на портал аффилиат партнера. Вы не будете указаны на сайте 3CX, к сожалению. Ну и, конечно, лиды от 3CX тоже приходить не будут. Лицензии NFR также не будут предоставляться в Enterprise редакции, а только в редакции стандарт. Техподдержка от 3CX предоставляться тоже не будет, но при этом у вас есть всегда поддержка у дистрибьютора, если все-таки вы работаете с дистрибьютором, да, в вашей стране. И, конечно, такие ограничения, они не применяются для уровней трейни. У трейни очень хорошая возможность иметь все преимущества для успешного старта. Да? Еще на старте иметь хорошую маржу, хорошие NFR-лицензии для демо, для использования внутри компании и так далее. Если совсем нет продаж, ну, это, конечно, очень плохо, и это редкий случай, аккаунт может быть удален. Да? Система 3CX
она чистит аккаунты ежегодно, аккаунт может быть удален, и он превратится в просто аккаунт пользователя 3CX. Да? Вы не увидите ваш ID партнера на главной странице, а увидите информацию только о ваших подписках. Пожалуйста, занимайтесь вашими продажами. Мы упускаем 100% из них, если мы ими не занимаемся. Как правило, так и есть, и практика показывает, что под лежачий камень вода не течет, да, как говорится. Пожалуйста, обратите внимание на ваших клиентов, на ваши подписки, да, продлевайте их вовремя. Очень важно, особенно если у вас еще есть клиенты на бессрочных лицензиях, да, грейс-период, льготный период прекращен, нужно обязательно обновиться вовремя. Если у вас есть вопросы по бессрочным лицензиям, дайте мне знать. Я сделала рассылку, но вопросы еще могут быть. Пожалуйста, дайте мне знать, если у вас есть какие-то трудности. Да, посмотрите возможности, которые есть в ваших странах. Да, сейчас несколько вендоров ушли с рынка. Например, это хардверные решения Panasonic. Они все-таки работают, но уже постепенно начинает быть проблема с какими-то деталями. Их тяжело обслуживать, и многие ищут замену, да. Выйдите на этих клиентов. Может быть, это уже ваши клиенты, которым вы продавали раньше Panasonic или какие-то еще решения, да? Предложите им 3CX, да, используйте ваши NFR-лицензии, дайте им оценить решение, попробовать 3CX. У вас есть для этого все, что нужно. Есть еще рекомендация от команды, это продавать на несколько лет, да, но я здесь бы попросила быть осторожнее. Почему? Потому что, хорошо, вы продадите несколько лет, для некоторых клиентов действительно здорово, учитывая, что сейчас очень хороший курс для многих валют национальных, это будет хорошо, но в следующий год вам будет тяжелее, потому что этот клиент, он уже не купит лицензию, а вам нужно будет тоже выполнять таргет. Поэтому посмотрите, возможно, что дополнительная продажа апгрейда многим понадобится, да, кто-то растет, кто-то объединяет офисы, расширяется и так далее. Смотрите, какие есть возможности на рынке. Конечно, могут быть разные требования регулятора. Это может быть какая-то сложная логика, и нужны разработки голосовых приложений, call flow designer, а нужен контроль записи вызовов, или нужно объединить несколько офисов мостами, нужно предложить каких-то больше одновременных звонков, да, или функции контакт-центра. Это тоже очень важно и популярно в последнее время. Да, многие из партнеров в разных странах, они не предлагают ничего тестировать на POC-ключах, да, то есть продажи проходят очень быстро. После демонстрации продукт нравится, отлично, и покупка прошла. Такое тоже может быть. Если нет, у вас всегда есть возможность создания POC, дайте мне знать. POC действует 60 дней, да, теперь 60, а не 45, и доступен сразу после активации вашего тестового ключа. И, пожалуйста, обратите внимание на клиентов, о запросе которых вы знаете. Важно продолжить коммуникацию с этими клиентами. Посмотрите лиды, которые мы отправляли вам. Посмотрите ваши POC-лицензии, которые истекли. Проверьте форумы. Многие партнеры, наши партнеры 3CX находят клиентов именно на наших форумах, да, там, где клиент может задать какой-то вопрос, а вы можете решить их задачу. Посмотрите, что есть сейчас из нового из тендеров, и подавайте ваши предложения. Конечно, соцсети, ваши популярные соцсети, возможности есть везде, да. Чаще всего клиентов можно найти именно там. Конечно, пользуйтесь чатом 3CX, чтобы клиенты могли быстрее выйти к вам, связаться с вами и запросить поддержку. Пожалуйста, связывайтесь с клиентами не только по продажам. Довольно часто мы видим, что клиенты приходят к нам с жалобами. Партнер нам продал лицензию, больше мы от него ничего не слышали. Они просят техподдержку у 3CX и не жалеют оплатить 75 евро за обращение, потому что они устали от игнорирования партнером, да, устали от неуважения или какого-то странного отношения. Да. Это, конечно, не должно быть. Все-таки мы ориентируемся на вас, мы направляем клиентов к вам. Пожалуйста, связывайтесь с клиентами, поддерживайте их, постоянно интересуйтесь, как у них дела, какая у них ситуация. Добавляйте ценности, ваши ценности в отношения. Конечно, это даст результат. И да, вы знаете, что в продукт 3CX не входит маркетинг. Это задача партнера. Цена 3CX только за продукт, но не за продвижение. Поэтому по возможности, пожалуйста, вложитесь в маркетинг. Как правило, партнеры, которые вкладываются в маркетинг, они получают отличные результаты. И партнеры, например, в регионах Средней Азии и Африки сейчас наблюдают просто всплеск продаж при возможностях появления на ТВ, в разных
IT-журналах, проекциях на египетских пирамидах, на башне Бурдж-Халифа и так далее. То есть это все возможно, и зачастую это просто зависит от отношения партнера к продукту, как он его любит, как он уверен в продукте, как ему нравится его продвигать, как ему нравится бизнес и как много бизнес 3SEX им приносит. Поэтому, пожалуйста, посмотрите, что у вас есть. Это может быть абсолютно любой маркетинг. Мы вас поддерживаем, а маркетинг-набор есть у вас в портале партнера. Мы также экономим ваш ресурс и предоставляем готовый материал для ваших веб-сайтов. Веб-сайт – это важно. Пожалуйста, обратите внимание, если вы еще не размещали информацию о 3SEX, сделайте это, сделайте кнопку действия «Скачать 3SEX», бесплатно тест 3SEX, используя вашу реферальную ссылку. Это ваш инструмент, если вы новый партнер, для генерации лидов в начале партнерства с 3SEX. Используйте возможности, которые вендор дает вам, и, конечно, продавайте больше. Смотрите наши вебинары, которые периодически появляются, да, в разделе «Вебинар по продажам», и я буду делиться с вами новым постепенно и буду поддерживать вас, как и прежде. Сегодня узнали о партнерской программе. Партнерская программа 3SEX действует той же точной версии, которую вы знаете в этом году, да, в новом году. Она будет несколько изменена. Я поделюсь с вами новостями, как только у меня они будут. Годовой оборот рассчитывается до 31 декабря, и с 1 января у вас уже может быть новый статус или мгновенно, как только вы достигаете этого оборота. Сохраните ваш партнерский уровень, возможности вырастите до новых статусов, ну и относитесь к партнерской программе 3SEX как к игре, собственно, как и в начале нашего вебинара в нашей с вами цитате из книги, да, «Бизнес как игра». Я желаю вам хороших результатов, удачно завершить этот год. Я уверена, что у вас все получится, и вы достигнете ваших результатов, таргетов. Если у вас будут вопросы, вопросы всегда могут быть, дайте мне знать, и мы с вами созвонимся. Я объясню вам все, что будет необходимо. Да, я вижу, есть вопросы. Вопросы по поддержке телефонов Huawei. А что вы имеете в виду по именно по этой модели телефона? По работе с приложениями, мобильными клиентами? Да, здесь наш эксперт по 3SEX спрашивает, какие именно телефоны, можно ли ссылку. Игорь, есть ли у вас информация по конкретной модели Huawei? И сейчас Игорь Снежко сможет вам помочь. Да, если вы имеете в виду отношения вендоров-производителей оборудования с 3SEX, да, каких-то интеропов и так далее, то, конечно, это такой вопрос, который вендоры непосредственно решают, обращаются, да, к нашей команде. Поэтому здесь, да, действительно, так и происходит. Игорь верно отмечает, что здесь поддержка просто заключается между руководством 3SEX и вендором. Поэтому здесь мы с вами, да, а партнерская сеть, мы не можем повлиять на этот процесс, это все-таки бизнес-отношения с вендором-производителем АТС и вендором-производителем оборудования. Вы знаете, что у нас очень хорошие отношения с компанией Сном. В этом году мы отметили 17 лет сотрудничества. Возможно, вы видели разные вебинары, которые проводили другие страны с производителем телефонов Fanvil, с Ялинком, конечно, и их модели входят в предпочитаемые. У нас с вами обновился список оборудования. Обратите внимание, какие сейчас модели входят в список предпочитаемых. Следующий вопрос. Возможно ли увеличение срока покупки сроком больше 5 лет? Что не совсем понятно. Вы имеете в виду, что имеете в виду срок покупки? Если вы имеете в виду купить лицензию больше, чем на 5 лет, конечно, возможно. Если вы имеете в виду срок, когда оплатить, то тогда, конечно, нет. Отсрочек платежа нет, к сожалению. Это может быть только если у вас есть какой-то договор с дистрибьютором. Нужно обратиться к дистрибьютору и уточнить этот момент. По поводу ограничений покупки на какое-то количество лет абсолютно нет. Есть у нас истории, и партнеры, скажем, в моем регионе, прекрасный пример компании из Финляндии, закупают на 10 лет минимум. Причем компании, которые не фокусируются на продаже именно АТС для телефонии, да, это чаще всего компании, которые предоставляют оборудование, связь для домов престарелых, скажем, да, такие вспомогательные вещи, специальные аппараты, телефоны. И, конечно, там 3SEX играет важную роль как элемент связи. Нет никаких максимальных сроков, вы можете купить хоть на 30 лет, если вы хотите. Да, когда вы видите в портале партнера срок, да, конечно, там сейчас максимально указано 5 лет. Это просто потому, что для большинства так удобнее. Но это значит, что вы можете эту же лицензию продолжать обновлять и обновлять и обновлять в несколько приемов, чтобы закупить. Ну или попросить дистрибьютора, он все сделает для вас сам. Ограничений нет. Хорошо, я желаю вам успешного 4-го квартала. Мы встретимся с вами также на партнерской встрече в конце года.
Я надеюсь, что будет чем нас поздравить, да, с хорошими результатами. Пожалуйста, всего вам доброго и на связи.